भगवते वसुदेवाय। भगवते वसुदेवाय। नमो भगवते वसुदेवाय। So we're reading Nectar of Instruction, going to begin today verse number today, two. Verse number two? Yeah. Итак, мы читаем трактат наставлений, и сегодня будем читать стих второй. Атьяхара праяшасча. Атьяхара праяшасча. Праджаупо ниямаграха. Праджаупо ниямаграха. Джана сангасча лоуям ча. Джана сангасча лоуям ча. Шарбир бхактир винашьяти. Okay. Word meaning. Пословный перевод. Атьягарах. Атьягарах. Переедать или накапливать слишком много вещей и денег. Переедать или накапливать слишком много вещей и денег. Праясах. Праясах. Прилагать излишние усилия. Прилагать излишние усилия. Ча. И. И. Праджалпах. Праджалпах. Разные разговоры. Разные разговоры. Нияма. Нияма. К правилам и предписаниям. К правилам и предписаниям. Аграхах. Аграхах. Слишком большая привязанность. Слишком большая привязанность. Или полное пренебрежение. Или полное пренебрежение. Джана сангах. Джана сангах. Общение с людьми мирского склада. Общение с людьми мирского. Ча. Ча. И. Ча. И. Лаульям. Лаульям. Горячее желание или алчность. Горячее желание или алчность. Ча. Да. И. И. Шадхих. Шадхих. Этими шестью. Этими шестью. Бхактих. Бхактих. Преданное служение. Преданное служение. Винашьяти. Винашьяти. Уничтожается. Уничтожается. И вот стиха. Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек ест слишком много и накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег. Прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей. Ведет пустые разговоры на мирские темы. Выполняет правила и предписания шастр только ради следования им, а не во имя духовного прогресса. Или не выполняет никаких правил и предписаний. Действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится. Общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кришны. Жаждет мирских успехов. Окей. Омма гьяна тимарандасья гьянанджана шалакая чаксур нилитам йена тасмай шри гураве намаха ванча калпатарубьясча крипа синдубаевача Патитанам паванебьо вайшнавибьо намо намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васари Гор Бхактавинда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Rama Rama Hare Hare. So in the first verse, Rupa Goswami listed the six urges which have to be controlled in order to take up devotional service.
И в первом стихе Рупа Госвами перечислял шесть пунктов, которые должны быть, чтобы заниматься преданным служением. Now in the second verse, Rupa Goswami describes what happens when these six urges are not controlled. И во втором стихе Рупа Госвами говорит, что происходит, если шесть этих органов чувств не контролируются. Srila Prabhupada begins his purport explaining the position of the living entity. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий с объяснения предназначения человека. Prabhupada explains, we are the marginal potency of the Lord. И Шрила Прабхупада объясняет, что мы внутренняя энергия Господа. We can either be situated under the material energy or under the spiritual energy. Прошу прощения, пограничной энергии. Мы можем находиться и под духовной энергией, и под материальной энергией Господа. When we're under the spiritual energy, then we're protected by the potency of Krishna. Когда мы находимся под контролем духовной энергии, то тогда мы находимся под защитой энергии Кришны. This is the position of a devotee, or in Bhagavad Gita, Krishna describes such people as mahatmas. Таково положение преданных. В Бхагавад-гите Кришна называет таких людей махатмами. Genuine devotees, strict devotees, they're actually mahatmas. They're great souls. И преданные, которые очень строго следуют этому пути, на самом деле это очень великие души, это махатмы. And they're protected by the divine nature. И они защищены божественной природой Кришны. But when we are not surrendered to Krishna, then we are under the material energy. Но когда мы не предаемся Кришне, мы находимся под воздействием материальной энергии. Then we're not mahatmas, but then we're duratmas, we're crippled-minded, we're fallen souls. Тогда мы не махатмы, мы дуратмы, мы падшие души. Our interest in that, as fallen souls, we're only thinking of sense gratification. И падшие души думают только об чувственном удовлетворении. So, under the material energy, we are subject to the different miseries of the material nature. И находясь под колпаком материальной энергии, мы страдаем от тех, от того, что причиняет нам материальная природа. Different miseries, like miseries due to the material nature. Это страдания, связанные с материальной природой. Earthquakes or very cold or very hot, these kind of conditions. Такого рода вещей, как землетрясение, либо сильный жар или сильный холод. And sometimes we're under the problem is sufferings put on us by our own body and mind. Иногда проблемы нам приносят наш собственный ум, наше собственное тело. The different diseases and pains which come in the body. Это различные болезни и различного рода боль, которая приходит в наше тело. And then there's a third kind of misery which is due to other living entities. И третий вид страданий — это страдания, приходящие у других живых существ. So this is how the material nature acts on the conditioned souls. И таково влияние материальной энергии на обусловленные души. So the real problem in life is that we have a material body which is taking birth and dying. И реальная проблема состоит в том, что у нас есть материальное тело, которое рождается и умирает. Now we have to work to maintain the body. И мы должны работать, чтобы поддержать наше тело. We also have to maintain the soul.
Но мы также должны поддержать и душу. But there are different manners, different conditions, which are good for us to work under, and some conditions which are not good for us. И некоторые условия являются для нас позитивными, а другие негативными. We all need to have money, we need to have clothing, we need to have food. Всем нам нужны деньги, одежда, еда. But the problem is that we're very greedy, we take more than we actually need. Но проблема в том, что мы все очень жадные, и мы берем больше, чем нам действительно нужно. If everyone was able to just take what they need, there would be enough, there's more than enough for everyone. Если бы каждый брал только то, что ему достаточно, то, что ему хватает, то в мире всего было бы достаточно. If we just took only what we need, we would have no trouble to maintain the body. Если мы брали бы только то, что необходимо для тела, тогда бы не было проблем с поддержанием тела. And we see in nature how other living entities do not eat or collect more than they need. И мы видим в природе, как другие живые существа не едят или не собирают больше, чем они могут съесть. It's only in the human society that these problems come. Такие проблемы появляются только в человеческом обществе. In the animal kingdom, there's no problem for necessities or economic needs. И в мире животных нет таких проблем экономических, удовлетворения экономических нужд. Prabhupada gives the example, he said, if there's a bag of rice put into the, if a bag of rice is placed into the road, the little birds will come and take a few grains. И Шрила Прабхупада приводил такой пример, если положить мешок риса на дороге, то прилетят какие-то маленькие птички и склюют несколько зерен. But the human being will take the whole bag. Но человек придет и заберет весь мешок. So this is what we call in sense this is called adhyahara, overeating or over collecting. Это то, что мы называем адьяхара, переедание и накапливание слишком большого количества чего-то. We're not satisfied with what is given to us. We always want to get more. Мы никогда не удовлетворены тем, что нам дается. Мы всегда хотим получить больше. So the scriptures do not allow this over-collecting. И священные писания не поощряют это накапливание. Because one person takes more than they need, then another person, they also want to take more than they need. And in this way, some people have so much, and some people are left with nothing. Один человек хочет взять больше, другой смотрит на него и тоже тогда хочет взять больше. И таким образом получается, что у каких-то людей скапливается чего-то очень много, а другие люди остаются ни с чем. We can see material society, how we accumulate so many things, particularly electronic devices like refrigerators, televisions, computers, mobile phones. Мы видим в нашем человеческом обществе, как мы аккумулируем такие вещи, как телевизоры, компьютеры, телефоны, холодильники. This society is called a consumer society. Every day we collect more and more unnecessary items. И наше общество называется обществом потребителей. Каждый день мы набираем все больше и больше каких-то ненужных вещей. So human life is meant for simple living,
and high thinking. Но человеческая жизнь предназначена для чего-то простого и возвышенного мышления. Жизнь простая и возвышенная. But we're very attached to accumulating. We're conditioned, and because we can't control our senses, we collect more and more things unnecessarily. Но мы очень склонны накапливать больше, чем необходимо. Собирать какие-то вещи, поскольку мы не контролируем свои чувства. So it's not only collecting, but also overeating, that we take more food than we need. И это не только накапливание, но и переедание. Мы едим гораздо больше, чем нам нужно. Because we don't control the tongue, then we don't control the other senses. И поскольку мы не контролируем свой язык, мы также не контролируем и другие чувства. So, there is a great need for us to try to simplify our lifestyle. И для нас есть большая необходимость в том, чтобы упростить нашу жизнь. So, Rupa Goswami mentions first of all ajahara, over collecting or overeating, and then the second thing he mentions is prayasa, which means unnecessary endeavor. И первое, о чем упоминает Рупа Госвами, это переедание и накапливание, и второе это приложение чрезмерных усилий. Because we desire to collect and to have more material things, material items for our sense gratification. Поскольку мы хотим что-то накапливать ради удовлетворения своих чувств. So to get these things, we will work very hard. И чтобы получить эти вещи, мы работаем очень тяжело. Sometimes people will have to leave their home and go away to another country or another place to work. И чтобы заработать, иногда людям приходится ехать в другой город или в другую страну. They will work the whole day in conditions which are not healthy. Они целый день работают в нездоровых условиях. They hardly have the opportunity to see the sun. The whole day is spent in some factory or in some office. И у них едва ли находится возможность увидеть даже солнце, поскольку они целыми днями находятся в офисе или на заводе. And they're working in these conditions just simply so they can get more money to purchase more unnecessary goods. И они находятся в таких условиях только ради того, чтобы заработать больше денег, чтобы приобрести еще больше ненужных товаров. So people have forgotten what is the real goal of life. Люди забывают, в чем состоит реальная цель жизни. Human life is meant for cultivating God consciousness. Человеческая жизнь предназначена для культивирования сознания Бога. But people, because people cannot control their senses, they engage in all of these activities. Но поскольку люди не могут контролировать свои чувства, они вовлечены во всю эту деятельность. So, then Rupa Goswami mentions also how we talk. We use the tongue to speak on many unnecessary topics. И затем Рупа Госвами упоминает о том, как мы говорим. Мы используем свой язык для всяких пустых разговоров. People not only talking, sometimes also writing, publishing books, and this way making their propaganda about so many nonsense topics or bogus philosophies. И не только разговоры, но и писание каких-то статей, где обсуждаются какие-то глупые темы. People are fond of speaking, but they don't use their tongue to speak the glories of the Supreme Lord.
Rather, they want to speak their own glories. Люди используют свой язык неправильным образом. Вместо того, чтобы прославлять Господа, они прославляют самих себя. People, when people speak nonsense things, then it causes more nonsense thoughts to come in their mind. И чем больше люди говорят глупости, тем больше глупости возникает в их голове. Then from all the thoughts which come in their mind, then they will do many foolish activities. И из-за глупых мыслей в своей голове они совершают глупые поступки. And the result of their activities is they'll simply take another birth again in the material world. И результатом их действий становится то, что они просто принимают новое рождение. So we can see around the world everywhere there are so many factories and there are slaughterhouses and there are liquor shops, so many useless things. И мы видим, что повсюду в мире существует много заводов, боен и других бесполезных заведений. The factories are there to produce useless goods, which have no value to anybody. Заводы и фабрики производят товары, которые не имеют никакой ценности и бесполезны для людей. And the slaughterhouses are there to kill the innocent animals, so foolish people can eat their flesh. На бойнях убиваются невинные животные для того, чтобы глупые люди могли есть их плоть. And the liquor shops are there to, so that the conditioned souls will not even have to think about what they're doing. Дритхарана Прабху, подскажите, пожалуйста, что это за слово? So there's a great need for God consciousness to teach people the real goal of life. И таким образом люди в некоторых местах забывают о том, кто они, и все это для того, чтобы все это противодействует тому, чтобы человек помнил о цели своей жизни. People need to get some spiritual education. Людям нужно духовное образование. And they need to see the right example. They need to see people following the proper path for self-realization. И они должны видеть должный пример. Они должны видеть, как люди должным образом следуют пути самореализации. So, Krishna consciousness movement has an important role to play in this society. И движение сознания Кришны играет очень важную роль в обществе. So, Prabhupada, Rupa Goswami then goes on to mention another fault, another problem which arises, and he talks. Go ahead. И Рупа Госвами упоминает здесь еще одну проблему. In Sanskrit it's called Niyamagraha, means following rules and regulations very enthusiastically, or neglecting rules and regulations and acting independently and whimsically. И она заключается в том, что человек следует очень строго предписаниям шастр, либо полностью их игнорирует и действует, как ему заблагорассудится. You see, sometimes people are too much attached to the rules and regulations. Иногда люди слишком привязаны к правилам и предписаниям. Just like people would criticize sometimes Srila Prabhupada and some of the things which he did. Иногда люди критикуют Шрилу Прабхупаду и то, что он делал. For example, it is said that a holy man should not cross the ocean. He should not cross the ocean. He should not go across the ocean. But Prabhupada, of course, took the ship. He went to America.
Говорится, что святой человек не должен пересекать океан, но тем не менее Шрила Прабхупада сел на корабль и приехал в Америку. So some people, they criticize Prabhupada for this, said, oh, you're a holy man and you crossed the ocean, this is not good. И поэтому некоторые критикующие Прабхупада, о, ты святой человек, все-таки пересек океан. So we have to understand when to adjust the detail and to understand the difference between a principle and a detail. Но мы должны понимать разницу между принципом и деталями. Right? The principle is that we should distribute Krishna consciousness. И принцип состоит в том, что мы должны распространять сознание Кришны. We should tell people about Krishna. Мы должны говорить людям о Кришне. No, crossing the ocean, that's like a detail, that's not a major issue. И пересечение океана — это лишь деталь, это не главное. You know, it's, we should not find fault with somebody for doing that when they're doing it for the service of Krishna. Would you repeat once again, please? We should not find fault with someone who is trying to serve Krishna. И мы не должны искать какие-то недостатки в том, кто пытается служить Кришне. So Srila Prabhupada did not cross the ocean for sense gratification. Шрила Прабхупада пересек океан не ради чувственных наслаждений. He went to preach Krishna consciousness, of course. Он хотел проповедовать сознание Кришны. But some people are so attached to rules and regulations, they criticized him. Но некоторые люди слишком привязаны к правилам и предписаниям, они его критиковали. Then another criticism which came was that Prabhupada allowed young women also to join the Krishna consciousness movement. И другой, еще один момент для критики состоял в том, что Шрила Прабхупада позволял молодым женщинам присоединяться к движению сознания Кришны. Traditionally, the temples were mainly for the men, and if any women that were there, they were only old ladies, widows. И традиционно в храмах были только мужчины, если там и была какая-то женщина, то это были в основном старые женщины, вдовы. But Prabhupada allowed young women to come and take part in the Krishna consciousness movement. Но Шрила Прабхупада позволил молодым женщинам принимать участие в движении сознания Кришны. Prabhupada explains, he said, in the Western countries, it's different from how it is in India. Шрила Прабхупада объяснял, что в западных странах жизнь отличается от той жизни, которая есть в Индии. In India, men and women do not mix so closely. В Индии мужчины и женщины так тесно не общаются. But in the Western countries, the men and women mix together all the time. Но в западных странах мужчины и женщины постоянно с друг другом взаимодействуют. So Prabhupada explains that he said that if I had gone to America and said no women, then there would be no men also. И Прабхупада объяснял, если бы я поехал в Америку и сказал никаких женщин, то в движении не было и мужчин. So Prabhupada allowed young women also to come and take up Krishna consciousness. Таким образом, Шрила Прабхупада позволил молодым женщинам также войти в движение сознания Кришны и принять сознание Кришны. Another principle which Prabhupada facilitated was just devotees could change their dress, they could go and distribute books without being in devotee clothes. She was against it. Huh? He was against it, or no? Not? He allowed. Allowed.
И другой принцип состоял в том, что Шрила Прабхупада позволял преданным распространять книги, не будучи в вайшнавской одежде. Devotees explained to Prabhupada that when they go in devotee dress, sometimes people are very reluctant to speak to the devotee because they think, oh, they look so strange in the monk's dress. Преданные говорили Шриле Прабхупаде, что когда они распространяют книги в вайшнавской одежде, иногда люди пугаются их такого внешнего непонятного вида и не хотят с ними общаться. But when they go in regular dress, then it's very much easier for them to meet people and talk to them and explain the philosophy and distribute books. Но когда они выходят в обычной одежде, то для них гораздо легче, встречаясь с людьми, разговаривать с ними и давать им философию, которая находится в книгах. So Srila Prabhupada proved that devotees could go in ordinary dress to do for preaching. И поэтому Шрила Прабхупада разрешил преданным для проповеди надевать обычную одежду. And in the Chaitanya Charitamrita there's one pastime where the king of Puri changed his dress so that he could go to be with Lord Chaitanya. И в Читане Чаритамрите описывается одна лила, когда царь Пури переоделся, чтобы участвовать, чтобы пойти к Господу Чайтани. Lord Chaitanya did not want to meet a materialistic person like a king, so at first he refused to meet the king. И Господь Чайтани не хотел встречаться с материалистичными людьми. Цари входили в эту категорию, и таким образом он отказывался встречаться с ними. So they had the devotees had the king change the dress and disguise himself, and in this way he came and he was able to massage Lord Chaitanya and get the mercy of Lord Chaitanya. И преданные сделали таким образом, что этот царь переоделся, у него была возможность прийти к Господу Чайтани и делать ему массаж стоп. So Prabhupada adjusted some principles, but he kept also many important principles. И таким образом Шрила Прабхупада некоторыми принципами пренебрегал, но важные принципы он оставлял. For example, the principle that we should whatever funds we collect, we use it for publishing books and maintaining temples. Например, такой принцип, что все средства, которые мы собираем, мы должны использовать для публикования книг и поддержания храмов. And although men and women were both allowed in the Krishna consciousness movement, there was no they kept apart. They did not freely mix together, and certainly they would only talk when absolutely necessary. И тот принцип, что несмотря на то, что женщины и мужчины находятся здесь вместе в одном движении, тем не менее они должны держаться отдельно друг от друга и общаться только при необходимости. And when devotees would marry, then the married couples would live outside. They wouldn't live in the temple together. И когда преданные женятся, то женатая пара, она живет вне храма. Они не живут на храмовой территории. And devotees would also, Prabhupada also installed the deities and organized the regular programs for the devotees hearing and chanting. И Шрила Прабхупада установил божества и организовал регулярные программы для преданных с повторением и воспеванием. And encouraged the sankirtan, had all the devotees do sankirtan. И воодушевил преданных идти на санкиртану. And so one has to be expert to adjust the details of Krishna consciousness. И кто-то должен быть экспертом, чтобы понимать детали сознания Кришны. And at the same time keep the principles. И в то же время сохранять принципы. So then Rupa Goswami mentions also about associating with materialistic people. A devotee should avoid the association of mundane materialistic people.
Рупа Госвами говорит, что преданный должен избегать общения с людьми мирского склада. People like atheists and Mayavadis, atheistic philosophers. Такими людьми, как Майявади или философами. If people have no interest in Krishna consciousness, then we don't have interest in them. И люди, они не заинтересуются сознанием Кришны, если мы не будем проявлять интерес к ним. And then we should not be greedy. И мы не должны быть жадными. This greed can also be in the form that one is very restless. He's not just satisfied with bhakti yoga, but he looks at other different spiritual paths. Это заключается в том, что человек может быть очень беспокойным, и он не удовлетворяется одной лишь бхакти йогой, и он ищет еще какие-то другие пути. Moving into different associations, different societies, different groups. Ходит в какие-то другие общества, в другие группы. One, not feeling that Krishna consciousness is not giving everything, but looking at other places. Такой человек чувствует, что сознание Кришны не дает ему все, и поэтому он ищет это в других местах. So this is the greediness which comes into the mind of the devotee, that they're thinking Krishna is not giving everything. И на самом деле это жадность, которая приходит в ум преданного, и он думает, что Кришна не дает мне все. So these are the six faults which can greatly hinder the devotional service. И таковы шесть видов деятельности, которые пагубно отражаются на преданном служении. And as I said, when the urges which were listed in the first verse, when these urges are not controlled, then these six other things appear. И когда те органы чувств, которые были перечислены в первом стихе, не контролируются, тогда приходят эти вещи, которые перечислены здесь. Атьяхара is a very serious problem. Атьяхара — это очень серьезная проблема. We like to accumulate more and more. Maharaj, there's not very good sound. Will you repeat once again? We have the tendency to accumulate, to over accumulate unnecessary things. И у нас есть тенденция собирать или накапливать ненужные вещи. So there's a great need to keep our life simple. И есть большая необходимость в том, чтобы сделать свою жизнь простой. And in this way our mind can be more peaceful and we can concentrate on Krishna consciousness. И благодаря этому человек может быть более умиротворен и сосредоточен на сознании Кришны. Okay, so are there some questions? Есть ли какие-то вопросы? Харе Кришна, да, есть вопросы. Да, вот еще. Ой, ну, так много. Ну ладно, я тогда самый такой, который беспокоит, задам. По поводу критики. Вот иногда в ум просто приходит критика, да, преданных. Вот, ты как бы этого не хочешь, да, но возникают какие-то ситуации, ты начинаешь анализировать, и возникают там какие-то недовольства, вот этот преданный так поступил, этот так ответил. И я хотела спросить, каким образом, почему это происходит? То есть я же этого не хочу, а в ум поступает вот эта информация. И каким образом это все свести к минимуму, чтобы не возникало вот этих вот каких-то умозаключений критических, потому что это очень сильно мешает практике. Спасибо. The question is that sometimes there are a lot of critical thoughts in my mind and I don't want them
But they come in my mind, and it's some dissatisfaction or just other things. Because of this, I criticize them, but I really don't want to do this. But how to get rid of this kind of situation? Well, you have to understand, this is your mind, your agitated mind, and you have to conquer the mind by loud chanting of the Hare Krishna mantra. И вы должны понимать, что это всего лишь ваш ум, и вы должны пресекать эти его попытки громким повторением Hare Krishna mantra. If you simply fix your mind on Krishna consciousness, chanting and hearing, then you'll be able to overcome this. Если вы просто сосредоточите свой ум на воспевании и слушании, то вы сможете преодолеть все это. You have to understand, you have this tendency to criticize people. So you have to be more very cautious about this. And when you see yourself starting to do that, when your mind begins to think like in that way, you must immediately take shelter of the holy name. И поскольку вы знаете, что у вас есть эта тенденция, да, к критике, то вы должны быть более осознанны. И как только вы замечаете, что ваш ум начинает действовать в это направление, то немедленно должны прибегать к принимать прибежище у святого имени. We have to train the mind to look at our own faults, not at others. Мы должны приучать свой ум к тому, чтобы он видел наши собственные недостатки, а не недостатки других людей. Our mind is just like some fly. The fly is always attracted to the sore, or to the wound, or to the dirty, contaminated things. Наш ум похож на муху, которая летит во всякие грязные места. Ее они привлекают. Instead of being like a fly, be like a bee. Go to the pollen, go to the lotus flower and take the nectar from the flowers. И вместо того, чтобы быть мухой, будьте пчелами, летите на нектар, который исходит из цветков лотоса. So you have to fight with the mind. Every day we have to do this, fight with the mind. Every day it's a battle, and we conquer the mind by japa. И каждый день мы должны сражаться со своим умом. Каждый день это битва, и мы должны сражаться со своим умом с помощью джапы. So if your mind is doing like that, it means you're not doing enough japa. You have to do more intense japa. И если ваш ум таким образом ведет себя, то это значит, что джапы недостаточно. Вы должны делать ее более интенсивной. And don't allow yourself to talk unnecessarily on idle topics. И не позволяйте себе заниматься пустыми разговорами на глупые темы. Because when you're talking these things, then it will bring all these things into your mind. Поскольку когда вы обо всем об этом говорите, это все приходит в ваш ум. So you have to be careful to avoid this prajalpa, talking, village talk, nonsense talk, unnecessary talking. И поэтому вы должны избегать этих пустых, ненужных разговоров. Try to concentrate on hearing and chanting about Krishna. Поэтому сконцентрируйтесь на слушании и воспевание святых имен Кришны. Lord Chaitanya instructed Raghunath Goswami, don't hear the village talk and don't you talk any nonsense also. И Господь Чайтанья наставлял Рагунатха Госвами, не слушай сплетни и глупые разговоры. So you be careful what you're talking. What you're hearing. Поэтому будьте осторожны в том, что вы говорите и в том, что вы слушаете. And keep your mind more focused on chanting. Сфокусируйте свой ум больше на воспевании.
Yeah. Any other question? Еще вопросы? Хари Кришна, меня слышно? Да. У меня такой вопрос. Вот, если у нас постоянная борьба со своим умом джапой, да? К примеру, вот Шрила Прабхупада был освобожденной душой, да? И он всегда очень громко повторял джапу. И вот он, наверное, делал это для нас, чтобы мы видели, ну, как бы, пример, да, получается, того, как, ну, нужно как бы читать, да? Ну, то есть, вот что-то вроде того. То есть, потому что он же, ну, не нуждался, наверное, уже в этом. То есть, на каком-то этапе, да, вот эта борьба как бы сходит все равно, да, когда человек обретает вот эту любовь к Богу, да, чистую, как бы, прему, да, либо нет. Ну, вот так вот, Татьяна. Поконкретнее вопрос. Поконкретнее, да? Вот да. Смотрите, Шрила Прабхупада постоянно повторял джапу громко. Да. Всегда. Но он ведь был освобожденной душой. Он это делал для нас? Или он действительно боялся майи, боялся уйти куда-то, чтобы его тащило? Угу. The question that it's very difficult to fight with our mind, even with the help of japa, but we know that Srila Prabhupada always chanting his japa very loudly, but he was a very great soul. Did he do this because he was afraid of Maya, or just because he wanted to give us an example how we should do this, how we should chant? Prabhupada just chanted as he would always chant. Before he began the movement, he was chanting like that also. It's not that he was just chanting only that way just for teaching us, but that is it's a standard way to chant. It's not for teaching us, it's just his style, yeah? Well, it's the way everyone should chant. Everyone should chant like that. И на самом деле это только Прабхупада, ну, повторял джапу и до того, как создать движение сознания Кришны. То есть каждый должен так повторять. Haridas Thakur also chanted loudly. Kolaveka Sridhar chanted loudly. Haridas Thakur громко повторял, Kolaveka Sridhar громко повторял. All the devotees in the line of Chaitanya Mahaprabhu would chant loud. Все преданные в линии Чайтаньи Махапрабху повторяли громко. So Prabhupada was not just only doing like that to instruct us, but it was his habit, it was the manner in which he was chanting. И Прабхупада делал это не для того, чтобы дать нам какие-то наставления, не только для этого, но это был, скажем так, его способ воспевания джапы. The question was that it's not because he was just afraid of Maya, so he just do it very loudly. Prabhupada afraid of Maya? He's not chanting just because he's afraid of Maya, he's chanting to please Krishna, it's service to Krishna. И он делал это не потому, что он боялся Майи, но он хотел удовлетворить Кришну таким образом. Chanting is how we connect to Krishna. It's loving service to Krishna. И воспевание — это наше любовное служение Кришне. Not just simply, oh, I'm afraid of Maya, so I chant Hare Krishna. No, not like that. Это не то, что о, я боюсь Майи, поэтому я буду воспевать святые имена. Нет. But Prabhupada is chanting out of love for Krishna. Прабхупада повторял из любви к Кришне. And the holy name is how he connects, how he is relating with Krishna.
И святые имена — это то, как он был связан с Кришной. The devotee chants the holy name with love. Преданный воспевает святые имена с любовью. We chant with fear, that's a lower level of chanting, but better is to chant with love. И если мы повторяем со страхом, это низший уровень повторения, лучше повторять с любовью. He's assured of Krishna's protection. He has nothing to fear. Преданный уверен в том, что Кришна его защищает, нечего бояться. A devotee asked Prabhupada, what do you feel when you chant? And Prabhupada said, I feel no fear. Однажды преданный спросил Шрилу Прабхупаду, что вы чувствуете, когда вы воспеваете? Он сказал, я чувствую отсутствие страха. And so, okay, no fear. Does that mean he wasn't fearful of Maya? Значит ли это, что он не боялся Майи? No, I think it means no fear of forgetting Krishna. Because the devotee is more afraid of forgetting Krishna. Я думаю, что здесь идет речь о страхе забыть Кришну, потому что преданный боится этого больше всего. That's what we fear, if I forget Krishna. Это то, чего мы боимся. Но если я забуду Кришну, это страх. So chant the holy name, we can remember Krishna. Таким образом, повторяя святые имена, мы можем помнить о Кришне. Еще разок можно? Допустим, страх вернуться к прошлой жизни, где нет ничего как бы светлого, да? Это и есть страх вот этот? Ну, то есть как бы нормальный страх забыть Кришну, да? Потому что, ну, во-первых, нет ни отношений с Кришной, если честно, да? Ни любви к Кришне нет. Поэтому вот на этом уровне считается ли страх вернуться в прошлую жизнь свою вот этим страхом, как бы потерять Кришну, что ли? Или общество преданных, уйти из него, ну что-то вот наподобие такого. Прошу прощения еще раз. In our level, for example, we have no any attraction to Krishna and love for Krishna. So if I have a fear to come back to my previous life, is it equal to chant through kirtan than to chant through japa? Chant through kirtan, yes, definitely it's easier. We know that. Why? Because kirtan you're doing with others. И, конечно, киртан, воспевание, как вы говорите, петь гораздо проще, потому что вы делаете это с другими. Киртан, you have association, other people helping you to do it. Другие люди помогают вам делать это. And you have the instruments, the musical accompaniment makes it more attractive. У вас есть музыкальные инструменты, которые помогают это воспевание сделать более привлекательным. But you sit in japa with the beads, it takes more determination. Но когда вы сидите с четками, это требует от вас больше решимости. Kirtan is more of a social function. Everyone, you know, people all joining in together. На киртане там больше другая функция. Люди объединяются, они вместе. But japa is a personal thing where we're personally relating with Krishna. Но джапа это личная вещь, это то, когда мы лично общаемся с Кришной. And so japa takes more determination, as I said. We have to
practice more. Prabhupada said, he said, kirtan is like the machine gun. He said, everybody gets the mercy. Right, you bring a big machine gun, everyone gets a shot, you know. But if you just have a little pistol, you shoot one person, it's not so easy. То есть, когда вы приносите пулемет, вы своими пулями поражаете большое количество людей, но с одного пистолета вы, ну, можете попасть только в одного человека. So we have to have both kirtan and japa. Sometimes in the beginning, people need more kirtan to help them get some taste for the holy name. Поэтому у нас должно быть и то, и другое, киртан и джапа, но в самом начале, возможно, киртана должно быть больше, потому что это помогает людям приобрести какой-то вкус. To just sit and chant japa on our own, it's not so inspiring, it's not so easy in the beginning. But with kirtan, then you get taste for the name. Возможно, в самом начале сидеть и повторять джапу в одиночку, это не так сильно воодушевляет, но человек получает гораздо больше вкуса в киртане. And then gradually, we get people to start chanting regularly on the beats. И в основном мы регулярно повторяем святые имена на четках. And if you don't have much taste to chant on the beads, then do more kirtan, and it will help you to get taste for the name. И если вы не можете повторять регулярно на четках, тогда больше пойте киртан, тогда поможет приобрести вам вкус к святому имени. Okay. Хорошо. Окей. И еще один, если вопрос, если меня не убьют там никто, или не проклянем. И еще один маленький вопрос. Гуру Махарадж говорил, что ничто не определяет наш уровень духовный, как наша джапа. Ничто вообще. Может, Махарадж может по этому поводу что-то сказать? Утвердить как-то еще вот для всех, как бы. Спасибо большое. Pointed that his guru has said that only japa just can show our spiritual level. Is it true, and would you please explain this? Well, your Guru Maharaj said that, he should explain it to you. I've never read it anywhere in Prabhupada's books, but it may be true. Certainly, Prabhupada said, our most important duty is to chant 16 rounds every day. Шрила Прабхупада, точнее, не вы объясните, а ваш Гуру Махарадж пускай это объяснит. Шрила Прабхупада говорил, что нашей единственной обязанностью является повторение 16 кругов каждый день. Of all the instructions of the spiritual master, the instruction to chant 16 rounds is the most important. Okay. Any other questions there? Yes, sure. Вопрос какие-то? Да, Кришна, принимаю поклоны. У меня вопрос по накопительству.
То есть мы когда приобретаем что-то, мы и потом смотрим на это все, думаем, что оно же нам нужно, то есть у нас мотив такой, что необходимо. Если грань такая, что убедись, что ты уже больше взяла, чем необходимо. Нет ли вопроса? The question that if we all have this tendency to collect more than we need, how we can understand that we do this, that we accumulate more things that we need to. How we can understand? Yes, how we can understand this level. Well, you know yourself what you need and what you don't need. You look in your wardrobe. You look in your room. Ну, это то, что мы должны определить сами просто, да, этот уровень. Вы должны заглянуть в свой гардероб, вы должны посмотреть на свою комнату. Have a look and see how many things you're accumulating. Do you really need them all? Вы должны посмотреть, насколько много вещей вы собрали, и действительно, нужны ли они все вам. If you don't need them all, then maybe you should get rid of some of them. Если они не нужны вам, если все они вам не нужны, то, может быть, от некоторых стоит избавиться. But certainly, the point is simple living, high thinking, will help us in our Krishna consciousness. Однозначно помогут нам в сознании Кришны. We don't have to be artificially renounced. You have to keep sufficient things to maintain yourself, to keep yourself. Women certainly need clothing, they like dressing, and they should have some wardrobe, they should have some number of dresses or clothing. Конечно, вы не должны вести себя как саньяси, да, вы должны понимать, что вам действительно необходимо, допустим, женщине, конечно, нужна какая-то одежда, ей нужен какой-то гардероб, наряды всякие. Just try to minimize, don't try to collect more than what you actually need. Просто постарайтесь минимизировать и не накапливать больше, что действительно, больше, чем действительно вам нужно. Look and see what you're using and what you're not using. If you have a lot of things which you don't use, then maybe you can get rid of them. Maybe you can dispose of them. Просто посмотрите, что вы действительно используете, а что нет. И если гораздо больше вещей, которыми вы не пользуетесь, то просто избавьтесь от них. Of course, you've got to keep clothes for the winter. You've got to have different clothes for the summer. Конечно, вы должны сохранить, да, ту одежду, которая там предназначена для зимы, для лета. Just be careful. Some people have so many handphones, one handphone for each hand. Would you repeat once again, please? People have two handphones, they keep one handphone in each hand. По два телефона, да, и yes. Yeah, then they may have many motor cars. Или, допустим, у кого-то много там мотоциклов, например. So we should think, do we really need all these things? Ну, мы просто должны думать, а действительно ли все эти вещи нам нужны. А вот
Вот знаете, есть такое понятие, а вдруг нужно будет когда-нибудь? Откуда оно исходит? С человеческой природы. Ну да, а вдруг оно мне когда-нибудь нужно будет? И он вот копит, а вот это, наверное, мне когда-то нужно будет, а вот это нужно будет. То есть это исходит из нашего ума тоже. And this is that thing that we always think, oh, I need to collect more because at one day it surely, I surely needed this thing. Why we behave like this? Why we think like this? I think suddenly or one day I need this. Well, that's due to our conditioning. That we're planning, that you know, we're thinking in the future I will need more. That it's a mode of passion, planning for the future. Но это на самом деле исходит из нашего из нашей обусловленности, то есть из-за того, что мы планируем на будущее, да, мы это на самом деле гуна страсти. О, мне это пригодится. So because we're so much in the mode of passion, we're thinking like that. But in the mode of goodness, we won't think like that. Когда мы находимся в гуне страсти, преимущественным образом мы думаем таким образом. Но если мы находимся в гуне благости, то мы так не думаем. So try to associate more in the mode of goodness. Пытайтесь больше взаимодействовать с гуной благости. Переедание просада – это какая-то жадность внутренняя, или это, ну, как можно от этого избавиться, что вот говорить, что нельзя переедать, а переедать просад? Вот такой вопрос. We shouldn't overeat, but is it does it have connection with when we just overeat prasada? Is it overeating too, or it's another, it's different things? Oh, she's asking, can we overeat prasadam, or? Yeah, is it overeating? Is it a bad thing, or just it's okay, it's normal overeating prasadam? Well, devotees only eat prasadam, we don't eat anything else. So we have to be careful not to overeat prasadam. Take too much prasadam. Yes? Yes. In the beginning it's okay, you can take a lot of prasadam, but not all the time. Вначале, конечно, вы можете есть много, но это не должно быть, ну, постоянной основой. We have to be careful and control the tongue. Вы должны быть осторожны и контролировать свой язык. If we eat too much, then it will not be good for our health. We'll get health problems, stomach problems. Если мы будем слишком много есть, это принесет проблемы нашему здоровью, проблемы с желудком. People suffer more from overeating than from undereating. Люди больше страдают от переедания, чем от недоедания. So try to be regulated when it comes to eating. Don't just eat all the time, just eat at a fixed time in the day. Поэтому старайтесь контролировать процесс поглощения пищи и не ешьте все время, а питайтесь только в определенные часы. And Prabhupada told us he didn't like us to eat grains in the evening. И Прабхупада говорил нам, что не стоит есть зерновые вечером. He said no grains after 4 o'clock in the afternoon. Он говорил, что не должно быть зерновых после 4 часов дня.
So better is to take a good meal in the morning and take a full meal at lunchtime and take very less in the night. Поэтому лучше гораздо хорошо завтракать и так сказать полноценно обедать, но меньше кушать вечером. Then you can wake up early in the morning. Тогда вы сможете рано проснуться утром. And then you can do good sadhana in the morning. Тогда вы сможете свою садхану выполнить очень хорошо утром. But if we eat heavy meal at night, then it will be difficult to wake up the next morning. Но если мы будем есть тяжелую пищу на ночь, то нам будет очень сложно проснуться на следующее утро. And when we eat, before we eat, you should try to take some quantity of water. Don't just only eat solid food, but there should be liquid also first in the belly. И перед тем, как кушать, мы должны выпить немного воды, то есть в животе должна быть не только сухая пища, но и должна быть жидкость. So if we follow these kind of principles, then you can control your eating and you can keep good health. Если вы будете придерживаться этих принципов, то вы сможете контролировать свое питание и поддерживать таким образом хорошее здоровье. Okay. Хорошо. Спасибо большое. Thank you very much. Any more questions? Есть еще какие-то вопросы? Мы повторяем с утра 16 кругов мантры. Но таким образом получается, что этого недостаточно, так как в течение дня всплывают разные желания, и энергия опускается сверху вниз, да, иногда. То есть мы постоянно должны как бы прибегать к джапе. Я так понял правильно. То есть постоянно, как все оружие ношу. Ну, то есть читать ее целый день, вы имеете в виду, или что постоянно, это как? Ну, читать ее тогда, когда плохо, потому что 16 кругов вроде как мало. Даже если с утра ты их вычитываешь, все равно с тобой происходят вещи во время дня разного типа. Надо постоянно быть с четками, да? The question that every day in the morning we chant our 16 rounds, but anyways, there are just different things are happening with us during the day anyway, so does it mean that if we want to prevent these bad things or just to get rid of them, for example, should we chant constantly, just should we always take our beadbags with us? Yes. And if something wrong in our life, we immediately should just chant. Yes, it's very good. Chant. Try to chant always. Yes. Yes, Lord Chaitanya said, Kirtaniya Sadahari, always chant the holy name. Да, это хорошая идея, Господь Читания говорил, Киртаньяк, Садаха, их всегда повторяй святое имя. So troubles will come, you have to expect. Every day there will be so many different issues, problems coming, we cannot avoid them. But because you're a devotee, because you do sadhana, you can tolerate the problems. И каждый день к нам приходят какие-то трудности, мы не можем избежать их, и поскольку мы преданные, то мы можем терпеть их. And devotee should not be overly disturbed by all the difficulties. И преданный не должен быть слишком обеспокоен всеми этими трудностями. Difficulties are always going to come, but we can go on in Krishna consciousness. Трудности будут приходить всегда, но мы должны воспринимать их в сознании Кришны. Just like you go to sea, you have to cross the ocean,
There will be storms, there will be big waves, but you stay on the ship. Когда вы идете к океану, к морю, вам нужно пересечь его, несмотря на то, что там могут быть какие-то штормы, вы все равно садитесь на корабль и плывете. Then gradually the ship passes over and comes to the harbor. Comes to the shore. So the same way we are crossing the ocean of material existence. But we have taken shelter of the lotus feet of Krishna. So that ocean of material existence is not a big problem. It becomes a small amount of water. And we cross over because we have the shelter of the lotus feet of Krishna. So just keep chanting. Просто продолжайте повторять. Hare Krishna. Мне сложно видеть вопросы, потому что здесь очень много всего написано. Повторите, пожалуйста, вслух или напишите. Переедание просады и внутренняя жадность, есть ли связь? Это да? Да. There is a question. Is there any connection between overeating the prasadam and inner greed? And greed? Greed inside of us. Yes, definitely. Overeating is a manifestation of our greed. Uncontrolled senses, we have not trained the tongue. We have not what? We have not controlled the tongue. И таким образом мы не контролируем свой язык. So, this is because of our greed. And greed comes from lust. И это все происходит из-за нашей жадности, а жадность вытекает из вожделения. Lust is this desire to enjoy. И вожделение – это желание наслаждаться. So, don't eat too much. Поэтому не ешьте слишком много. But don't eat too little. Но и не ешьте слишком мало. Eat enough. Ешьте достаточно. Just try to be regulated. Просто пытайтесь это регулировать. Eat at the proper time. Ешьте в нужное время. And try not to eat big meals at night. И не ешьте слишком много вечером. Okay. Any more questions here today? Есть ли еще у кого-то какие-то вопросы? No. No questions. So we. Больше нет вопросов. Yes, no more questions. Huh? No more questions. Okay, thank you very much then. So have a good one. Are you all on lockdown there? What?
Is everything shut down there in Russia with the virus? С карантином у нас уже все везде закончилось или нет, как? No. Not yet. Just yet. Till May month. Huh? Till May. What? This situation with quarantine. Everything is closed. Everything is closed. Not everything, but most of all the things are closed yet. People not working? Some of them are working, some of them not yet. Mm-hmm. Your husband's working at home? Yeah. Скажите, пожалуйста, Махараджу, что я очень сильно буду медитировать на то время, когда смогу выполнить его просьбу. Guru Maharaj is Mataji Narangi and she says that she will meditate a lot for this time that she can just realize the thing that you ask her for. Oh, okay. Thank you very much. Спасибо большое. Okay. Yeah. Okay, so thank you very much. Have a good week. Спасибо всем большое, всем хорошей недели. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai.